Руслан Усачев с одним хелсом. В этом ролике мы продолжаем проходить предыдущую миссию за наш отряд «Ненагибаемые». Подкрепление летит. Еще одно подкрепление. Возможно, я рано радовался. Опа-на, это что такое? Это вообще кто такие? Мое подкрепление. Там какой-то Алексей из Немаги. Кто это там еще? Ну-ка, я хочу еще посмотреть. Кто это? Ферамир, ты что? Ник Черников, он же умер. Ну ладно, возможно, это какой-то баг. Так, а где будет их подкрепление? Их подкрепление будет здесь. Но нам надо всем бежать в одно место. Поэтому на максимальном ходу бежим. Видимо, это мне подарили этих чуваков. Еще один баженов, смотрите. Походу, это подарок какой-то, подгон. То там Алексей из Немагии. Карина старая еще, со старой прической. Алексей из Немагии. Еще живой, не продырявленный. Так же, как и Ник. Раз, два, три, четыре. Ивангай. Конец лунатику. Ларин. Ларин где-то. Ларин тоже справился. Объект уничтожен. А он же в стелсе у нас. Так, пока его тогда трогать не будем. Зануда, мисс. Молоко. Так, где наш снайпер?
Блин, наш снайпер очень медленный. Поехали. Эй, она должна на 3 ранить. Неплохо. Руслан Усачев с одним хелсом. Нормуль, друже. Блин, Руслана надо хилить. Скоро буду. Для чего мы отправили сокола на крышу? Он у нас в стелсе, он нам расскажет, где будут находиться вражеские миньоны, юниты, когда они выйдут. Ну, когда придет подкрепление. Надеюсь, не спалят они сокола. Ох ты. Ребята, вы не в ту сторону стреляете. Вам вот этих надо контролить. Свой же экран выстрелил Руслан. А Карина прямо в щи. Хорошенько. Их там больше, чем я думал. Мисс. Еще один. Да, их там больше, чем я предполагал. Значительно.
Эльдар, отлично. Бдительность сбил ему. Он же Overwatch. Теперь можно не париться. С ним разобрались. Друже. Хорош. Давай, Зулин. Хорош. Это Зулин, йоу. Блин, ну я за него переживаю, надо его засейвить. У него мало хелсов тоже. Алексей. Порешил. Повышение. По Нику Черникову стреляет. В будущем это будет Ферамир. О, сбоку обошел. Смотрите, как по Алексею. Тоже мисс. Повезло. Еще раз по Алексею. Опять мисс. Опять повезло. Не щадят вообще никак. Ник Черников, смотрите-ка. На пятерочку попал. Почти убил. Бэт Комедиан подстраховал. Наконец-то повышение у Женьки. Еще один отряд. Так, Бэткомедиан, крит. Восьмерочка, ушел.
Еще один желающий. Получай пятак. И добивая на пятак. Повышение. Карина. Семерочка. Да. Семерочка. Это отличный результат. Так, надо думать, что теперь делать с этими ребятами. Надо валить вообще по-хорошему. Смотрим, решим. Ебать! Где высаживаться-то? Где нам-то? А, все. Все, ребята. Замечательно. Вот это я называю продуктивная операция. Очень продуктивная. Вы смотрите, двое раненых. Ноль потерь. Я не знаю, вот этих вот ребят, которых нам четверых показали, ну, вот дали на миссию, они как бы сейчас с нами останутся или нет, но походу с нами. Это значит, что плюс 4 еще человека у нас в отряде, плюс 4 ненагибаемых, и плюс вернули Руслана, 5-го ненагибаемого. Это значит, мы еще 4 новых каких-то ютуберов заведем. Довольно интересная миссия была на самом деле. Конечно, наши ребята с катанами зарешали тут, если по чесноку. Карина довольна. Сейчас подведем итоги этой миссии. Серьезное ранение у Руслана. Блин, народ дофига вообще. Это, конечно, клево. Я вот не пойму, что это за плюсики снизу, значит. Ну да ладно. Миссию мы прошли. Как я уже говорил, продуктивно. Потерь нету. Раненых двое всего лишь. Походу, в плюс нам сейчас пойдут очень много новобранцев. Это значит, что нагибаемые... нагибаемые. Ненагибаемые остаются ненагибаемыми. Ну вот, собственно, и все. Если ролик вам понравился, ставьте лайк. Оставляйте комментарий, а еще лучше подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!